Ладно, ладно. Группа Суперстар. Наша сегодняшняя программа посвящена традиционному звучанию органа Тетлхама. На самом деле он был придуман в 1934 году и в 70-е годы закончил свое существование в плане выпуска, потому что на смену уже пришли какие-то цифровые инструменты, и вот такой большой инструмент, он весит там 134 килограмма, уже сложно было с собой возить, вот еще колонку. Народ измельчал. Да. Вот, это вот, кстати, один из современных инструментов, в котором обе направления те же, а сам источник звука вот цифровой. Вот как, собственно, все ноды сделаны. Вот, и в нашей сегодняшней программе будет продемонстрирован на этом инструменте все классические вот эти тембры, которые появились под руками джазменов вот в этот период, там, за 40 лет. То есть какие-то уже выработались настройки звука, и ими джазмены часто пользовались. Наша программа состоит из стандартов джаза, чтобы на их примере можно было это все продемонстрировать. Первая композиция Бобби Тиммонса называется «Мони». Thank you.
Thank you.